Здравствуйте, друзья. Меня зовут Александр Лосяков. Я представляю семейную пару Александр и Мария Лосякова. Мы партнеры проекта «Бизнес-модель 21 века». Мы сами из Нижегородской области, из города Арзамас. Кто мы до проекта? До проекта я работал продавцом в магазине, диджеем на свадьбах, ведущим на мероприятиях, в общем, много где работал. А моя супруга преподавала танцы детям в подростковом клубе. Как пришли в проект? Мой знакомый позвонил мне, пригласил, сказал: «Саш, слушай, тебя вопрос денег интересует?» Я говорю: «Да, интересует». Встретились, пообщались, начали работать. Почему пришли в проект? Друзья, у нас была цель – купить свою квартиру, зарабатывать хорошие большие деньги и жить той жизнью, которой мы именно достойны. Буквально год назад мы с супругой купили свою квартиру. У нас двое детей, и наша цель – это дать нашим детям дорогу в жизнь, чтобы они учились в лучших мировых вузах, чтобы они жили той жизнью, которой они достойны. Сейчас мы вышли на заработки уже более 40 тысяч рублей в месяц. Также несколько партнеров в нашей команде скоро тоже начнут зарабатывать такие деньги. Друзья, те, кто хочет жить красивой, достойной, веселой, интересной жизнью, этот проект для вас.